музыкой занимаюсь очень много лет уже. Я только переехал в США, сразу же стал заниматься музыкой. И, в принципе, чем бы я ни занимался, никакой работой, музыка у меня всегда остается на первом плане. Клип был снят в течение около 4 часов и смонтирован буквально за 2 дня моим хорошим знакомым и соседом по имени Карлос Медина. Мы с ним знакомы очень много лет. Как только я переехал в Лос-Анджелес, он занимается съемками фото. Отличный парень, мне нравится его видение. То, что мы проекционировали на стену, это тоже его же записи, поэтому получилось очень все быстро и качественно. Мне это очень понравилось. Мы позвали свою знакомую по имени Дженна, она станцевала. Мы хотели что-то другое, не совсем как бы не совсем традиционный танец. И получилось, конечно, все очень здорово. Сингл первый, потому что мы записывались около 3 лет, пытались его довести до разума, звучать, как мы хотели звучать. Мы выпустили до этого один альбом, называется Precession of Equinoxes. Он находится в Spotify, в iTunes, по-моему, можете посмотреть. Автор текста и музыки — это я. Зародилась песня в 2016 году. Я пришел на репетицию, но в студии был знакомый, и поэтому мне пришлось подождать немного, пока не закончат. И пока я ждал, я на iPad быстро сочинил композицию, аккорды, и когда я зашел в студию, я уже конкретно все расставил по полочкам. В США я приехал студентом. Я получил образование в университете Небраски по специальности дипломатии, но не занимался дипломатией ни одного дня. Как только переехал в США, сразу же стал заниматься музыкой. И, в принципе, чем бы я ни занимался, никакой работой, музыка у меня всегда остается на первом плане. Но музыка здесь, конечно, не прокормишься, если ты, конечно, не выпускаешь синглы, которые там в топе 40-х находятся, топ-40. Поэтому основная моя работа сейчас — я являюсь инженером по системе Android. И я работаю с операционными системами Android и пишу к ним приложения и диагностики, ну, прочее. Совершенно неинтересная по сравнению с музыкой вещь. Жанр этой песни, скорее всего, диско с элементами фанка. У нас там есть духовые инструменты, басовые линии танцевальные. Так что фанк-диско, если я бы хотел сказать. Before I knew I was awake and coma.
just can't.